Всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с очень интересным рецептом. Называется «Фьори ди цука ин пастелла». Это цветочки тыквы или кабачка в тесте. Очень вкусные, и сейчас попробуем его, этот рецепт, приготовить вместе с вами. Для начала купленные цветочки нужно промыть и поместить в емкость с водой, чтобы они набрались сил. Далее берем дрожжи. В Италии это называется левито. Это свежие дрожжи из холодильника, которые хранятся в холодильнике очень небольшое время. Половину одной пачки левито растворяем в газированной минеральной воде. В это время берем рикотту, свежую, одну порцию, это около 200 грамм. Можем добавить немножко аличи, это такие очень соленые рыбки. Можем оставить просто рикотту, посолить, там, приправить на свой вкус. Когда дрожжи готовы, добавляем потихоньку муку. По рецепту мука добавляется на глаз, чтобы получилось такое вот жидкое тесто, которое впоследствии будет подходить, расширяться и будет выглядеть как обычное дрожжевое тесто. В это время очищаем цветы от ножек и листиков. А затем просто-напросто фаршируем их той рикоттой, которую мы подготовили. И заворачиваем кончиками цветочка. Получаются вот такие красивые штучки. Ну что ж, можно начинать жарить. Макаем цветочек в тесто и ложим его на сковородку. Можно совсем немножко олеи, можно куда больше, чтобы обжарилось со всех сторон сразу. Готовое блюдо очень вкусное и очень эффектно выглядит. Приятного аппетита!